Приветствую, друзья! Я подписана на интересный сайт info.bestgarden.ru. Если надо, я вам дам эту ссылочку. И, конечно, получаю интересную информацию. И меня заинтересовала герань, садовая герань. Написано: род травянистых многолетних растений из одноименного семейства гераневые. Формируют компактные ветвистые кусты с многочисленными ажурными листьями. Цветет герань очень продолжительно, с июня и до осени. Хочу вам показать, какие сорта, и они меня очень удивили. Шикарно. Герань Blue Blood. По желанию, конечно, вы сможете заглянуть и заказать себе. Пленум Гималайская. Одна краше другой. Герань Сплиш, сплэш луговая. Супер. А здесь посмотрите, какая герань красивая. Дабл джевел луговая. И вот, наконец-то, я дошла. Герань Макс Фрей, кроваво-красный. Вот такая герань растет у меня в саду. Но что-то ей не нравится. Она не так шикарно смотрится, хотя цветет такими цветами. Дальше. Герань Стриатум очень красивая. И если обратить внимание, листочки у них похожи. Герань Ревен темная. Супер, такая красотка. И вот, видите, могу оставить и номер телефона. Доставка есть через интернет, магазин. А я, конечно, пока ничего не заказываю, так как у меня достаточно растений, и хочется, чтобы они выглядели красиво, а не было бы нагромождение одно на другое. Всего доброго, с вами Екатерина. Понравятся сорта, заказывайте.